Я Кузнецов Андрей. Мне 16 лет. Являюсь студентом Приморского многопрофильного колледжа. Давид Самойлов. Сороковые. Сороковые. Роковые. Военные. И фронтовые. Где извещения похоронные. И перестуки эшелонные. Гудят накатанные рельсы. Просторно. Холодно. Высоко. И погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в моей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а выльзанная из банки. Да это я на белом свете, худой, веселый и задорный. И у меня табак в кисете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагулю, и больше нужного хромаю. И пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые.